Короче, в этом GTFO получается, что вот там есть Woods, Hackett, Bishop и Дауда. Вот, и я уже не помню, кто есть кто, но Дауда — это профессор, который там изучал, ученый, который изучал этот вирус. Остальные я уже толком не помню, но из того, что я прочитал, это получается, что один из них — это профессиональный наемник, которого там прикрыли после того, как он совершил какую-то хрень в какой-то деревушке. Вот. Второй был чувак, тоже военный, но который сошел с ума и слышал голоса, и из-за этого он там приветствовал своих товарищей, а потом прошел по. Ну, короче, ему дико фартануло, и он там прошел какую-то полосу препятствий из мин, там, вражеского огня и так далее. Вот. Ну и третий был. Кто там еще был? И третий был чувак, который пытался шантажировать своего босса найденной информацией. Но тоже не фартануло, его просто вычеркнули из реальности, вот засадили в эту штуку. Вот в это вот. Понятно. Интересно. Я не удивлюсь, если эти ребята, которые сейчас делают этот Den of Wolves, они в той же вселенной будут делать свой проект. Интересно. Опять же, я говорю, как мы уже обсуждали, это из разряда игра, которую нужно посмотреть, как ее воспримут другие, а потом уже покупать. Ну да. Потому что GTFO вообще не убеждает в том, что они могут сделать продукт, который дико интересен. Так. 628, да? Что, быстро вошли, быстро вышли. Да, пойдем. Так, сейчас у меня тут что-то свернулось, развернулось. Что у меня тут происходит? Что у вас тут происходит? Нормально, все нормально. Все, выкли. Ой, тут прям. Смотри, как возмутились. Да, прям. Давай, Полагаю, раз мы торопимся. я левый. Мы торопимся. Блин. Я зафакапился. Получилось хреново. Я ни по одной не попал. Так, уходи, уходи отсюда нахрен. Тут, ладно. Так, я вроде реабилитировался. Реабилитатор. Так, окей. Терминал. Поэтому хочу. 628. Зона 21. Так, внизу никого нету. Наверху будет. Пока не видно. Проход в зону 17-23. О, ёпарсеты. Вот это я опять зафакапился. Я просто случайно фонариком посветил не туда. Бывает. Нормально. Я зашел на картах вроде тихо, а там оказывается целый туса-джуса. Да. Бывает.
Это да. Уже не я. Это уже я, да. Бляха-муха. Просто непонятно, откуда они стреляют. Да, блядь. Ой-ой-ой. Полный косоворот. Ну да. Я все испортил. Неправильный темп задал. 17-23, это у нас что? 19. Зона 21 нам нужно, правильно? Угу. 21. Так, мин. Мин, это хорошо. Блин, этот уголь выскочил поперек экрана. Зараза. Так, все, я не буду больше спешить. Да, не торопись-ка. Ай, блядь. Сейчас, сука. Простите меня на мой французский, но это приложение начинает скакать туда-сюда. Надеюсь, она сейчас сюда не пойдет, иначе тебе придется точно отбегать. Это кто этот? Скаут. Ее тентакли были сейчас прям позади твоего затылка. А? Да, я понял. Я вижу. 5. Ну. Пилот внезапно решил заапдейтиться, сука. Ой, она сюда идет. Ой. Так, отходим. Ох, повезло. Ого, красава. Получилось. Кои-то веки. Тут получается только с этой, с полной. Либо у меня артефакты эти. Так, спереди. Еще там внизу одна, как минимум. Ой. Сейчас. Нормально все? Бля. Да, нормально. Ебать. Я успел ее кикнуть из чата. О, пенные гранаты. Отличный план. У нас есть пина. Ой, пина. Мена, не мена, блин, не пина, не мена, ёпарс. Мина, пена есть, биотрекер. У нас полный комплект. Ага. Пиномена. Так, сигнал. Какой-то хрен сигнал они нашли. Понятно. Короче, играет гармонь. У нас тут гармонь. Так, что у нас тут? Тихо, не волнуемся.
Блин, как ее расколбасило, а? Девочка, меньше наркотик. Ой, бля. Ой, бляха, мох, извините. Возможно, это была не самая лучшая идея. Так, отступаем, отступаем. Икс, отступаем. Да. Ну ничего, нормально. Экспресс. Да, по-быстрому. Интересного здесь нету. О, аптечка, рефилка. Салки. Давай я гранаты лучше воспользуюсь. О, аптечку я тогда захаваю. Угу. Шкафчик. Ой, господи, блин, локмелтер. Так. 70. Так, зона 21. Чтобы зону 21 пройти, нам нужно что? Правильно. Серый ключ 502. Серый ключ 502. Сейчас мы его пробьем и скорее всего. Серый ключ 502. Bloody loads of them. Первый ключ 502, правильно? Окей, Green 502, да. Грей, точнее. Правильно. Так, Хакет там забрал свой турел. Двадцать третья зона. О, Хакета полностью кончили. Слушай, я тогда Хакету дам две рефилки. Да, конечно, ради бога. У него вообще ноль. Я 63. Так, 23-я зона. То есть не 22-я, 23-я. Нам все равно сюда нужно. Чтоб сюда нужно, нужно второй. Ну, собственно, та же схема получается. Можно даже херакнуть этой самой. Пиной, меной. Мена пиной, да. Минимум тут поставить сентриган бота. Может, твою еще поставить? Вот здесь вот где-нибудь, чтобы со второго плана зачекать. А потом этой минопинкой закрыть все это дело. Не знаю, насколько это поможет. Это такой план. Угу. Надежные, как швейцарские часы. Да. И deploying tools. Так, а он сейчас переместится точно к нам? Да, все нормально. Это он сейчас бегает, потом, когда ты его подальше откинешь. Что, запенишь Хакета? Я думаю, где-то. А вот он. Не понял. Я тоже не понял. Ну ладно, черт. Что это было? Давай. А где пиномена? Ой, нет. Так, что, я поставлю тогда сбоку, да, мину? Я тоже поставил. Ну. Ты тоже поставил? Что, тоже мина, что ли, была? Нет. Не, ладно, я. А, нет, это тебе, типа. Ладно, все, пошли дальше. Ну, я ставлю сбоку тогда ее, да? Да, давай. Уже не будет. Запенилась, конечно, дверь классно.
От души. Видимо, Ну что, пена мы готовы? просроченная была. Да. А, извини, я уже начал без... Давай, куда нас? Так, иду дальше сюда. Сразу в двух стою. Двери ломают их. Их тоже расстреливают. Это прикольно. Все, супер. Теперь нужно только ждать, чё. Здорово, слева. Ну, все-таки сломали дверь, да? Вроде как, да. Ой, блядь, не то, не то, не то, не то. А пена, кстати, твоя сработала. Она за дверью. На полу. Там еще кто-то бежит. Видишь? Опоздавшие, да? Да, какая-то хрень, да? Ладно, пошли. Какой-то жестокий. Здесь ничего. Увидел женщину, сразу по голове ее огрел. Ага. И в уголок, и в уголок. Ой, кого-то сакрило, ни хрена себе. Амопак. Ой, блин, тут... Чё так просто... Куда вас столько, блин? Ой-ой-ой. Эй, блин, ну нахер. Чё ты меня запинали? Да. Да, чё-то я не выдержал напору. Упел, как там его? Тут рефилка одна сверху лежит. Тебе, наверное, нужна. А у меня аммопак. Угу. Так, патроны. Патроны пока всех поровну. Упел Глеб Самойлов. 100 вагин, а я один. И, блядь, почему оно? Блядь, ну почему оно? Почему оно не это самое? Меной запинил. Что он сделал? Что за херня? Ладно. Он сделал pick up you deployables. Окей. Сука. Так, окей. Так, тут ничего особенного. Окей, окей. А вот шкафчик, кстати. О, аптечка. Кстати, да. А тебе больше нужнее. Снайпер сентри. Сколько у тебя там осталось? Блин. 46 получается. Нет, подожди. Сентриган 82. Давай я возьму. О! Еще пина одна. Нужна только мена. Пилопина, колада. Терминал забрали уже.
Очки. Внизу две. Это за левой. Тихо. А, вот это. Нервные какие, а? Что-то я дерзкий такой, а? Отходим. А ты уже молодец. Я их ножичком потыкал. Какой ты молодец, а? Так, зона 23. Третий. Здесь уровень. Когда колотилось 120 ударов. Угу. Так, то есть нам нужно будет ставить. В прошлый раз мы ставили рядом с той дверью. Вот этой вот двери. А в этот раз другая дверь у нас. Но суть все равно та же. Нам нужно. Да, я поставлю сюда. Этот я поставлю сюда. А ты свою ставь, соответственно, где надо. Лучше поставить. Не знаю, наверное, здесь вот где-то. Хотя, где у нас там дверь была? У нас дверь наискосок, она здесь вот. То есть, в том углу. То есть, наверное, не сюда все-таки будут бежать. Теоретически, хотя хер его знает. Ну, короче, я, наверное, бы на этот выход бы в целом ставил бы. А, ну, кстати, да. Мы же там ставили. Может, вот сюда ее поставить, чтобы она на уровне стояла. Угу. Охачки. Да. Ну что, мы готовы? К танцевальной революции. И куда нас поведет? Куда? Что это за новые возможности? Айски? Вот это даже... Все, а? Ну, куда дальше? А? Давайте я... на входе подъезжали. Куда ведешь? Так это прямо такой боевой, знаешь, он с этим с молотом раскалывает. Может, у меня патроны кончились? Вроде нормально. Нет. Все. Так, заканчиваем просто тему и все будет окей. Да, отлично. Вот или чисто. Это что, запоздавшие гости?
Обычно, ну. Второй раз, и второй раз опаздывает. Ну, тормоза на перестройке. Даже среди инопланетян такая херня есть, да? Ну. Казалось бы, выше разума все дела, но нет. Один, два, три, четыре. Ага, хорошо. Так. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Второй тоже горит. Я беру дальние. Так, стоп, 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 стоп. Давай, ты на правую, я левую. Давай. Давай, пей. Ой! Зараза. О, еще одна это мена. Кина, точнее. У тебя нет места взять? Бросалки. Ну да, есть. Всяко лучше фонарик. Вообще нахрен здесь. Запеним все тут. Так, сонная. 23. Смотри, какая дверь. 666. Да, действительно. Я понял, это навек. Если лов. Да что ж там кричит такое? Кто-то до нас пытается доебаться. Все. Так, этот двери филки. У тебя есть место? Так, 5. Ты, может быть, тебе патроны нужны? Не аптечка, надо кому-то. О, Хиксус, тебе надо. Аптечка да. Сейчас. Внезапно. Так, может хакету патронов дать? Сколько снайперы? Сентри 56. А у тебя сколько сейчас? 61. Шесть. Хакету дам. Где этот хакет? Это был узкий коридор, насколько я помню. А, не, подожди, я не помню это. Так, два впереди. Да, два впереди. Так, дальше что-то у нас. Лестница какая-то вверх. Причем высокая, высокая гора. Я такого не очень помню, честно говоря. А у нас этого еще не было. Что не сдохнешь никак. Ага. Ну, видимо, это последняя была, раз начали стрелять. По крайней мере, в этой зоне. Угу. Ну, по крайней мере, ключ будет последним, да. О. У
Мне Tool Refill Pack. И кому я ее отдам? Тебе один? Кто же Да, и этот мне Аму пока счастливчик? один. Сантриган. 56, 56, 61. А себя Что, отдам. наверное, Аму пак тебе лучше отдать тоже заодно. Так, а Потому кто что у у нас тут тебя все самый уже. X? Стой. Отлично. А, И спасибо. теперь. Стой, стой, стой. На тебе еще. Спасибо. И мне еще. Все. Раздали всем по щам. Почки. Ничего интересного. С 3D. Тут бы, конечно, просто пропинговать, но, бля, я... Где там последний раз я видел? Терминал. Ну, терминал далеко. Пиздец, далеко. Очень. Почти пол карты. Да, ладно. Один, два, три, но они на расстоянии друг от друга, так что можно бить. Ой, по эту сторону как-то. Ой, блях, сколько вас тут. Извините. О, терминал. Что-то мне. Огс. Ничего интересного. Палочки. И что нам нужно? Серый ключ, правильно? Игре Кей Грей 502. Сейчас угадай зону 23C. Подожди, 902? А, 502. 502. Так, зона С, правильно. Так, так. Ага. Понял, вижу. Ну... Не близко, но вижу. Понятно, я не видел, но в общем... понимаешь, да? Вот куда я смотрю, вот ровно куда я смотрю, там вот за дверью, там где-то вдалеке. Понятненько. Тут никого не должно быть. Где-то здесь, что ли? Да, еще нашел. А, это Кей Оранж я нашел. Пойду пингану еще раз. Так, вот еще ящичек нашел. Наверное, может быть, вот в этом. Да-да-да, все правильно. Вот, я перед ним стою. Угу. И это хорошо. И оранж у нас для чего, интересно? Для, наверное, третьего. И, походу, от миссии к миссии меняется, куда надо идти. И нам нужно идти сюда, в эту дырку. Войски. Прямо, прямо. Ой, бляха.
прямо, прямо. Вперед. И вот находимся правильно здесь. И сюда. Дальше выходим по рулю. Так. Сюда. И так. Лехомуха, угу. Берись. Нифига. А нет, повезло. Ну и что, ставим? Ставим эти. Я думаю, может мену поставить или пину. Вот здесь поставил. Вот этот дверь все равно не работает уже, поэтому смысла нету. Ну да. Ой, блях, где поставил их, пипец. Мина потрачена. Фига себе. Отлично. Вот такая хрень. Хочу по ней стрельнуть. Ой. Все. Сломал. Они, кажется, все-таки, они все-таки взрываются от выстрела. Да. Блин. Окей, четвертый уровень. Алярмы давай вскрывать. Давай. Давай, где наша Dance Revolution? Гайски. Так, вторая партия. Гайски. Не подходите к мини, она взрывается, и вы на нее бежите. Войски. Третий сезон, да? Ну. Все, супер. Отлично. Да, пойдем.
Нет, турелька закончилась. Ну, кто-то еще бежит. Музыка творожная играет. Творожная, да? Ну. Полный творог. Всё, я свою забрал. Там действительно бежит. Ох, ёб твою мать. Ой, да, это было зря. Ставим турельки, отходим. Да, я, пожалуй, туда не пойду. По крайней мере, зачистим. А, там точно было. Странно, а что они сагрились? То они не агрятся, а тут они вдруг... Потому сагрились. Что двери открыты, а я начал стрелять. На этого тормознутого. Вот чем фишка. Терминал. Чего такого? Что нам нужно? ХСУ 628? Да. Query ХСУ 628. Это находится в зоне 21. Можно даже запинговать. Ну, можно, да, потому что зона 21, вот. 28. С? Зона С? Ну да, да. Вот, вот там вот где-то. Да-да-да, вот. Понятно, но будем считать, что я... Вот там вот, куда я смотрю. Ага, понял. Куда-то вот туда, да? Да, там сверху. О, наши старые добрые знакомые. Так. Идет скаутик. Ой. Филлеры. Что боты вообще не... Блин, как они быстро сходят, а? Слушай, ну я могу вот зону 2.1c просто сейчас пройти. А, нам все равно же надо будет бежать назад. Угу, да. И скауту надо все равно решать, да? Блять. То ему хватает удара. Отходи обратно. Отходи обратно, отходи обратно. И с другой стороны тоже побежали, кстати говоря. Тише, подходи. Сумасшедший псих. Так получилось. Вроде все нормально, справились. Ага. Все. Кто-то опаздывает. Так, я здесь кого мог, тоже перерезал уже. Угу. Мы все равно сбежались. Ой,
Можно разбиться. Да больше нет. Так, один на переходе, да, подходишь. А вот хорошо так. Ой, блин. Это я совсем уже. Да ну нахер. Сколько там патронов? 17. Патроны есть. О, мне нужно, у меня вообще все закончилось. Да, тебя как-то покоцало. Или ты где там? А, вот тут. Вот. Да. Спасибо. Благодарю. Войски. Посылки. Что там у нас? Пинговать что-то нужно, может? Аптечка. Так. У всех по 76. Я... Наверное, 7 поровну. 76, 76. 8. Ладно, пока оставлю. Сошок. Это спинганул. И тут хосу. Нашел? Не, нашел хосу, но это не тот. Какое нужно? 502? 628. Ага. Все, нашли. Нашли? Да. Да. Теперь надо понять, как... Сейчас, подожди, не начинай. Надо быстренько разобраться, куда бежать-то вообще. Может быть, даже турельки расставить. Маршрут придумать. Турельки, может, не надо расставлять, потому что под конец... А, да, нам турельки забирать. Же под конец надо будет, точно. Вот, но вопрос о том, как бежать просто. Сразу же. Продумайте, где она должна быть, вот эта хрень? СОУшка. А. Вон наверху, да? Ага. Вот она, да? Отсюда, значит, да. Бежим вниз. Дальше. Так, дальше вот тут вот. Прямо. Сейчас нет, это не прям. А вот лестница наверх. Выходим, и вот он выход. Выход сюда. Да. Окей. Вот в прошлый раз мы свернули здесь не туда. Да, значит. Вот она лестница здесь. Давай еще раз пробежимся, чтобы закрепить. По крайней мере, мне нужно. Вот видишь, уже по нулю. Ну ладно, мы обратно поступим. Ну короче, отсюда вот.
Побежали сюда, вниз, двери. Двери, бежим прям. Вот этот вот уступчик, это лестница наверх. Дальше сюда. Выбегаем здесь направо. Сюда и потом прямо. Направо, прямо и направо. Просто сюда, сюда. Куда-то вот. А нет, наверное, сюда. Налево. Тут какие-то хрени, да. Ну, дальше вот сюда. Там, там достаточно прямолинейно. Да. А турели я не знаю, где ставить. С двух сторон, что ли? Турели колонны пока... турели не ставь, они сейчас будут набегать, и тебе... Не, я имею в виду на точке эвакуации. Мы точки. Слева поставили, а там колонны посередине нас справа обошли, да? Тупо на двери надо ставить, я думаю. Угу. Ну да. Да. Как. Ну что, попробуем. Куда мы денемся? Да, если что, медипак у меня один есть. Может, кого-нибудь подлечить? Так, у меня ничего нет, кстати, вроде. Да все хорошие, на самом деле. Ну ладно, себя оставим, подлечить. Вдруг тебя. Пригодится, да. Себя подлечи. Как бы времени лечить кого-либо не будет. Ну, может, когда подвижим, кто-то коцанный будет. Не-не, давай, подвижим. Давай, себя лечи. Все, готовы? Да. Забрал, побежали? Подожди. На тут стоять же надо. Да-да-да. Security scan, блин, а? Я побегли. Так, а ее брать надо, не надо? Не надо, просто бежим нахрен отсюда. Вот-вот, сейчас будут на нас нападать. Вот-вот. Вот они побежали. Вот так. Налево. Налево. Лево. Бежим. Да, супер. Впереди какая-то хрень. Ага. А, супер. Побежали. Ага, хорошо. Тупнички, блин. Ага. Вот так. Не ставим. Право тоже обходит. Со всех сторон, короче, обходит. Все в круг. О, блин. Прекрасно. Офицер, да. За 51 минуту, даже быстрее, чем в прошлый раз. Да. Ну да, тут GTFO весь о том, что ты заучиваешь левел дизайн и делаешь все как надо. Как-то так. Да. Ну неплохо. Да. Неплохо, супер. То есть у нас обе бэшечки на первый рандаун выполнены. Это прекрасно. Да, да. О, мне какую-то расцветочку дали. Что тебе дали?
Штаны Удали дали? штаны. Я даже не знаю кого. Штаны сантехника, что ли? Модул дабл хиперсил. Какие-то фоновые штаны. Забавно, да. Ну что же, я сейчас отобью. Что ж, дорогие товарищи, лайки, подписки, шары и все дела. Вам приятно, мне полезно. И обязательно заходите на канал товарища Хиггса. Все ссылки в описании. И там, конечно, Discord сервера и наши соцсети. Так что увидимся в этой или в другой игре. Всем пока. Спасибо, спасибо, спасибо.